Всем не баг и не лаг, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами Жека, сегодня мы продолжаем играть в Руку Судьбы или Hand of Tale. В этой игре все рандомно, карты сами по себе кружат и вертят нами, а не мы ими. Ну что ж, продолжим. Мы убили в прошлой серии Вальта, пылевого Вальта, первого из боссиков данного гейммастера, и режим приключений продолжается. Мы должны атаковать следующую карту. Это Валет Черепов. Валет Черепов, новая карта, и начать игру. Формировать колоду. Я могу сформировать колоду. Хотите ли вы использовать рекомендованные колоды старежей и встреч? Да, я не знаю. Ваша колода карт были обновлены. Так, режима. Предлагаемое обучение. Ну давай. Давай вот это. Мастер Джокера, это обновление добавляет в игру несколько судеб. Нету улучшений. Ага. Колода. Полководец, это... Прокрутка. Агент тени. Это разгрузка. Так, подожди, назад. Ага, это оружие, которое у нас есть. Щиты. Ясно. Ну, показать колоду. Не, я не хочу показать колоду. Удалить. Нет. Все. Я могу. Да. И выбрать, продолжить, все, назад. Колода собрана, я так понимаю, и начать игру. Не хочу рыться в колоде. Ты получишь, когда да, закончишь. Ну что ж, он добавил свои карты и продолжаем играть. Гейммастер во всей красе продолжает тусовать. Оп, оп, и себе. Мы играем, это игра жизни и смерти. И первое у нас, что это за карта такая, без названия даже, какой-то дверь или что? Река, новая. Окей. Много от кого защищает. Но в реале это просто неприятная преграда. И он нам дает... А, путь вам преграждает река, вода пронзит... А, ну я хочу пересечь реку. И, опа, огромный успех, провал. Я бы хотел огромный успех, я просто даже не знаю, что это делает. Просто успех. Блин, а я хотел на эту карту нажать, ну ладно. Это несложно. Так, достигнуть другого берега, вы замерзли и промокли, но зато вы целы. Вообще-то это не совсем таки успех, но огромный успех был рядом, да, он был близок. Дева, которая даст нам, наверное, больше хп. Смотрите, у нас старые характеристики-то откатились. Это не очень хорошо. Я хочу больше хп. Да, дай мне хпшечку. 15. О, 15%. Это 15 хп. Это круто. Это очень здорово. Спасибо тебе, дева. Итак, извилистый каньон. Но это снова мы можем что-то подобрать, да? Что мы там видим? Клинок, светящий на солнце. А ты уверен, что он как бы лучше моего? Ну ладно, спуститься. Ну, тут 75% тоже на успех. Ну что ж, давайте что-нибудь нажмем и выберем вот это. А, да ладно, я попался. А карту боли, твою мать, эта карта боли еще есть. 10 единиц здоровья минус потеряли. Oh dear. Ну, в любом случае, у нас еще больше, чем карта оружия. Но мы все-таки подняли эту карту, да? И обычный меч. Это просто восхитительно. У нас на 20. У нас сбрасываются все наши характеристики в новом приключении. И лестница. Мы нашли лестницу, но у нас еды мало. И снова вниз в гущу событий. Идти, конечно, на лестницу. Что нам тут вообще шарится? Все, пошли. Следующее подземелье. И карта Зал Мертвого Короля.
Новая карта. Что же она нам предстоит? Карты монстров две, да? Это не очень хорошо. Две карты монстров. О, два черепа и два черепа. Причем тут какие-то вот тебе скелеты. Итак, огромный успех и два провала. Что же я попробую застать врасплох? Давай вот это. Огромный успех. Это шикардосец-то просто. И что мы делаем? Продолжить. Выберите монстра, которого хотите убрать. Ну вот этого, тут он с какой-то пометочки, я, честно говоря, не знаю. Остается один монстр, потому что там с пометкой, я не уверен, что он... что я с ним бы справился, что там за скелет-то такой. Тут, ну что ж, у нас скелеты, у нас ничего нету, только скелеты, и это как бы не очень хорошо. Только меч. Только меч. А где сами скелеты? Я их не вижу. Ага, вот, два скелета. О, у них щиты, так же ж нечестно. Оп. Вау, я удачно перепрыгнул. Так, я ему руку отрубил, ни хрена себе. Так, нормально, уходим. Вали его. Готов один, просто в щепочки его. И фокусим. Есть! Добивающий удар был настолько мощен, что он просто развалился. Могу я хотя бы доспехи с него забрать? Ну, они, наверное, неплохие. Ну, или на металл хотя бы сдать, не? Ну, ну ладно. Я с них получаю что? Три карты добычи. Ну, неплохо. Я снаряжение получил. Это у нас что? Это... Ох, смотри. Это крутой. Святость. Снаряжение с такой особенностью, как ни одно другое, наносит страх на нежить. Оно получает дополнительный урон и не может быть воскрешено вблизи этих святых реликвий. Это хорошо, слушай. Святость это, безусловно, офигенно. Тем более, оно намного мощнее, чем наше оружие. Пищи 3 единицы немного, но тем не менее приятно. И еще 5 единиц пищи, причем... Это одна из моих карт. I will not be so graceful for long. Так, что у нас здесь? Господин Лайонел. Никогда не любил обман и иллюзию, но для этого следует исключение. Что это за карта-то такая? Вы наслаждаетесь ужином в местной таверне, как вдруг рядом с вами присаживается чудной старик. Он довольно чувствительно бьет деревянным посохом по плечу. Чтобы привлечь ваше внимание, вы оборачиваетесь и понимаете, что это гоблин, плохо замаскированный под человека. Его морщинистое лицо расплылось в улыбке, в глазах пляшет искорка безумия. Я господин Лайонел. Если предоставишь мне то, что я попрошу, я наколдую тебе что-то только захочешь. У меня должно... даже есть колдовской посох, я сам его сделал. Окей, он безудержно гогочет несколько минут, потом затихает и терпеливо ждет вашего ответа. Дайте ему хлеб с вашей тарелки, 20... Не, нету голды, спросите, чего ему нужно, игнорировать гоблина. А вдруг ему не хлеб-то нужен? Ну ладно, спросите, что ему нужно. Нужно? Мне нужно тебе помочь. Что? Что? Он стучит посохом по полу, и у ваших ног появляется держи, старина. Что это? А, держи, старина, окей. Карта щита. О, ну просто на халявку дал щит. Ну нормально, спасибо. У нас же вообще щита вроде нет, да? Так что благодарю тебя, Лайонел. Ты крутой перец. Ты офигенный перец. Итак, карта капитан гвардии. I always thought it was best to avoid the problems of others. Шум сражаюсь, вы бросаетесь вперед и видите воина, окруженного нежитью. А, ну мы можем либо, так я сказал, так мы в любом случае, да, в бой вступаем, да? И что это за карта? Булава, ух ты, 27 урона. Но у нас больше, и нафиг не от ваших. Да, это верный поступок, потому что у нас намного круче карта. Ну и карта, и, соответственно, сам наш герой. Так, два черепа, это два, соответственно, врага. Я так понимаю, чем, ну, количество врагов ознаменуется цифрой, да? Итак, у нас мега-офигенная штука. И мы ею будем воспользуемся. Так, давай, бей. Ну!
Так, тихонечко. И сзади. О, смотри, какой ракурс, как я его. Аж башкенце отлетело. Красота, красота. Было здорово. Добили. Давай мне 3 добычи. Карта с 3 добычи всегда, да? А нет, теперь эта карточка, фишка принадлежит вам. Теперь ваша. Well, хорошая. Смотри, у нас куча фишек уже. Мы так фишечки выигрываем. Так, ну давай в эту. А что у нас здесь? Странствующий ремесленник. А что он может делать? Ремесленник, причем с такой галочкой. Который совершить, ну, спутником. Так, ну давайте. Ну это, ну я так понимаю, просто как торговец. Но просто у него, скорее всего, какое-нибудь оружие может быть побольше, да? Чем просто обычного торговца. Итак, продать предмет, купить еды, купить предмет. Во-первых, продать предмет, наверное, меч. 23 урона, да. Во-вторых, булава. У нас одна вот такая за 32 монеты. А вторая за 27 монет. Обычную булаву, блин, за 4 голды всего, за святость. Ну ладно. Продаем. Все, назад. Хотя бы чуть-чуть, 18 голды. Купить. Купить предмет. Смотри, топор есть. Есть очень дорого. Щит очень дорогой. Ага, ну тоже не хватает. А что это такое? Нажмите 2, чтобы создать ауру, которая каждый удар будет приносить золото. Ха! Хитрая аура. И 15 монет новые. Ну я, да, я возьму эту броню, она все-таки лучше, чем на нас, в любом случае. Это тебя защищает, да. А карта с этим ушла, потому что это как бы нельзя даже продать. Типа, настолько она фиговая, что ее даже нельзя никак с ней взаимодействовать. Ну что ж, в любом случае у нас что-то есть. Так, лавка ушла, я хоть посмотрю на себя, на нас-то хоть... Средняя броня, да, вот она так выглядит. Но на нас нет шлема, и это плохо. Ладненько, уходим отсюда. И последняя комнатка с лестницей. Скорее всего, да, лестница здесь, как и ожидалось. Интересно, по 2 ли уровня везде? Я, честно говоря, не знаю. Может быть, даже 3 уровня здесь будет. Но мы уже на этом уровне. А это 3 уже уровень, да? И мы продолжим игру. Извилистый путь. Это засада опять на нас. Ну что ж, карта монстр, 3 пыли. Я, конечно же, вступаю в бой. 3 монеты. А надо? Надо. Вдруг мне что-то хорошее выпадет. 3 скелета. А, нет, 3 пыли. 3 разбойника на нас нападает. Ну что ж, с 3 разбойниками я справлюсь. Хотя у нас именно наша булава против скелета, против нежити очень хороша. Но я думаю, булавой навалять можно и всем. Очень хорошо, что большое пространство... Где как можно бить? А, вот это я подставился, хотел добить уже. Воу! Это было больно, по всей видимости, но мы добили. И добыча. Добыча у меня. 3 карты добычи. Снаряжение. Щит. Шикарно. Очень хорошо. С контратакой, конечно же, я заменяю. Он намного круче нашего, по всей видимости. Ну, там не пишут защиту. Единица еды. Это надо. Пока о ней не заботимся, потому что она как-то часто выпадает. Потом, возможно, будет посложнее. Новая карта засада. Опять засада. Смотри, меня прям вот ждут, чтобы я сдох, не дойдя. Опять 2 человека. Не будем откупаться, да, а, даже нет возможности откупаться, потому что, ну, все-таки это засада, меня именно ждали. Ой, да тут... Так. Добиваем. Опасным противником. Окей, он не знал. Ну, прикольно. Прикольно. Я думаю, что, скорее всего, дальше будут сложнее уровни тем, что будут меньше территории. Итак, на успех 75% опять. И, может, больше врагов будет, или они посложнее будут. Успех, шикарно. Что я добыл? 3 карты добычи. Выбрать для себя. Арсенал.
вытянуть три карты и одну выбрать для себя. Хорошо. Ну, я думаю, что мне надо вот это. Все-таки это получше будет. Да, продолжить. Одну еду и... Что еще? Третья карта. И золото 25. Ну, лавки здесь нет. Вернуться обратно, наверное, можно. Но нет смысла, мне кажется. Нет абсолютно никакого смысла. Выбор дьявола. Новая карта. Демона, точнее. Ну, дьявола. Говорит правду. Окей, а что она делает? И победи, эта фишка твоя. Длинном плаще я пришел испытать твою силу, так называемую герой. Так называемый герой. Выбери, свой против... Выбери своего противника. Ну давай три, потому что два, скорее всего, два, там будет какой-нибудь вообще три, серединка. Я не знаю, я продолжу, да. А, окей, это я скину. Надо было вот этого лучше убирать, наверное. Ну ладно, какие-то два черепа, два скелета и два разбойника вместе. Они не могут между собой драться, все-таки черепы и люди, скелеты и люди, они как бы, я не уверен, что они будут хорошие. Ой, я ему щит выбил, ни хрена себе. Вали его. Меня задели, нет? Показалось. Кизячок просто расфигачили его. Так. На, я не могу скинуть его. О, это был больный удар. Он такой, не. Руки поднял, не, только не бей, только не добивай, пожалуйста. У меня семья, дети, тараканы, мыши, все подряд у меня. Так, три карты добычи. Я пища, естественно. Что еще? Снаряжение. Что ты мне даешь? Среднее время. Ну, у меня уже есть. Ну, куда? Дай мне что-то посильнее. Ну, нет. Нет. Ну, да, ладно. Нет разницы какая-то. И 20 золота. Слушай, ну, столько бабла. Вот бы оно еще переходило на следующий уровень. И он мне фишку отдает, потому что я победил уловку дьявола. Следующая карта это... О, странствующий маг, нормуль. Вот есть куда денежку теперь потратить. Это крутенько, это очень здоровенько. Да, я пойду в лавку, конечно. Что он мне предложит, мне просто реально интересно. Возможно, что-то классненькое, офигенненькое. Так, что ты мне предлагаешь? Продать предметы? Я могу продать одну среднюю броню. Продать. И вот этот щит я продаю тоже. Что там еще есть? Вот это что? А, не, понятно. И я хочу купить предмет. Что у тебя? У тебя колпак грабителя. Когда вы карты приносите, получаете две карты и выбираете одну из них. Ага. Ну, блин, это уже как-то поздно, знаешь, когда я... Блин, когда я уже пришел к нашему второму врагу, второму боссику. Так, это что? Нажимайте 2, чтобы это быстрее с каждым ударом, удачным ударом. Чем длиннее серия ударов, тем сильнее действие. Чтобы атаковать быстрее. Вот это неплохая карта. Я, наверное, подумаю, взять мне или нет. Колдовские повязки. Каждый удар... Ослабляя противника. Тоже неплохое. Тоже неплохая. То есть, либо ускорит нас, либо замедлить их. Наносит двойной урон людям-ящерам. Рога херна. Ну, хорошие рога, наверняка, но просто вряд ли мне будут попадаться сейчас люди-ящеры. Я, наверное, вот эту карту возьму. Она прикольненькая. Еда у нас есть, да, я покидаю. Денег у нас достаточно. Было бы. Да. Выберите следующую. Ну что ж, это последняя карта, где валет черепов. Итак, повелитель скелетов нападает на нас, я так понимаю, да? Я получу эти два кристаллика, если победю его. Выиграю у него, да? Ну что ж, давайте попробуем. Давайте-ка забуримся. Четыре черепа, это четыре будет скелета, плюс сам, конечно же, боссик, да? Вот он так выглядит, валет черепов. Он жестенький такой парниша, я смотрю, нехилый. Маленькая чересчур у нас обстановка здесь, конечно, стоит, но... Так, ускоряет меня, когда я бью правильно. О!
Воу! Стрелок! Этого я не ждал. А. Так, я убил короля скелетов. Что-то как-то... А. Так, надо попадать. Все? И это все? И это как-то было очень легко. Ну, это правда, серьезно. Валет черепов побежден. Молодец. Нет, правда молодец. But you have roused the dead in their dusty tombs, and even I cannot say what will come of it. Ну так, новый кристаллик, который нам дает что в новой карте? Он нам дает новые растеряха, я что-то потерять, по всей видимости, могу. Игрок, карта, по всей видимости, где я смогу с кем-то поиграть в другие карты. А гробный орел, возможно, какой-то новый противник с орлом, либо переговоры, интересная возможность поговорить с каким-то вельможей, наверняка. Хищное растение, очередной враг на хищное растение, и зал... чемпионов, это, по всей видимости, какой-нибудь может, типа, аренка, где мы будем сражаться. Окей, что ты мне снаряжение-то даешь? Ух ты, эта карта какая-то другая. Не карта, а кристальчик. Поверят пакет расширенный, так, убийство Марии. Салага на суше. Это новый противник, это испытание. И... Что это такое у нас? Там куча кристаллов. Испытание. The Song of the White Minotaur. Песня Белого Минотавра. Это какое-то, по всей видимости, тоже испытание. Честно говоря, не знаю, не перевели. Так, новый кристаллик еще один, который нам дает еще одну карту. The White Consul. Белый консул. Какой-то вообще вражина дикий, походу. Еще один кристаллик. Это еще один боссик, по всей видимости. Гоблин Король Ада, или что-то в этом роде. Он, кстати, похож на этого товарища, который нам дал щит на халявку-то. Это из DLC-шки, по всей видимости, штучка. Так, что это у нас здесь? Arwile. Что написано? Indecent. Или что? Что это? Блин, я такой почерк не очень люблю. Ничего не понятно. Еще один кристальчик. Что ты нам даешь? А, сундук сокровищный. Ну, тут все просто и понятно. Халявка, она и в Африке халявка. Так, новое снаряжение булава, просто какая-то мощная булава, и еще одна мощная булава. Две булавы в снаряжении, больше шанса, что я ее выбью. Очень неплохо. Новая пари с дьяволом, возможно, нам придется уже не драться, а халявку какую-то нам даст. И еще один кристальчик, который дает нам горнило. Горнило... Даже не могу представить, что это может быть, если честно. Дама пыли — это новый враг, по всей видимости. Любезный жрец. Возможно, он как-то нас одарит каким-то бафом. Я не знаю, если они тут присутствуют. Буря в пустыне. Еды может даст, я не знаю даже, что это будет в пустыне может давать. И еще снаряжение. Шлем, отражение. Прикольный шлем. Возможно, удар какой-нибудь может перенаправляться. Всепоглощающий стыд. Вообще без понятия, как говорится, в душе не чаю, что это. Крыло ангела, возможно, шлем или вот тиара в данном случае, которая увеличит нашу скорость. Я без понятия. Или, может, спасает от какого-нибудь удара. И морозный клинок, ну тут понятно, возможность заморозить нашего игрока, нашего врага. Ну что ж, довольно интересные дальше и дальше у нас идут прокачка и интересные враги, и, по крайней мере, пока довольно все простенько, но я уверен, что, наверное, после третьего будет очень жопошно так все. Ну посмотрим, не знаю, возможно, когда умираешь, то начинаешь все сначала, и это грустно, не хотелось бы так, если честно, потому что хотелось бы когда-нибудь все-таки... иметь возможность пройти эту игру, вот что я хотел, конечно же, сказать. В любом случае... Спасибо вам всем за просмотр. Если вы впервые на канале, то, конечно же, подписывайтесь на него, пишите свои комментарии. И если вам нравится, то, конечно же, ставьте лайки. Советуйте этот канал друзьям и не забывайте делиться этим видеороликом в соцсетях. Всем удачи, до скорого и пока!